Пробежка с пользой для здоровья и экологии прошла сегодня в парке Затюменский. Несколько горожан, вооружившись перчатками и мешками, на бегу очищали лес от мусора. Несмотря на снег, отходов обнаружили немало. Меньше чем за час собрали 4 мешка. Я люблю спорт, люблю свой город. Я считаю, что хоть чуточку, да, но мы сделали экологию нашего города лучше. Если вот сейчас люди посмотрят и начнут делать так же, то наш город будет чистым и жить в нем будет приятно и хорошо. Думаю, что если мы проведем эту акцию весной, мы соберем гораздо больше мусора и в конце концов этого мусора совсем не останется в Тюмени. Все-таки Тюмень у нас чистый город по сравнению с другими городами, в которых я была. И я могу, конечно, сказать огромное спасибо тюменцам, которые здесь живут, что все-таки они любят чистоту и любят наш город.